А пока воздушные шары только готовятся к полету, в небе над Южным Уралом уже проходит масштабная экспедиция. Пилоты на мотопарапланах покоряют воздушные просторы России. Их путь составит 10 тысяч километров. Они покажут самый большой государственный флаг Российской Федерации. Также жители смогут увидеть Георгиевскую ленту длиной в 75 метров. Подробности в следующем сюжете. Это давление топлива. Контролируй, что у тебя все в порядке. Есть резервный насос. Вот он загудел. 700 километров. Именно столько предстоит преодолеть участникам этой экспедиции, стартовавшей в Санкт-Петербурге. Конечный пункт – Владивосток. В составе группы – организатор экспедиции и пилоты. В путь отправились двое. Однако по ходу Игорь Коновалов остается одним рулевым. Сопровождение, в общем-то, в чем заключается? В том, что мой аппарат позволяет взять с собой запас топлива, там палаточку, какие-то инструменты, если вдруг понадобится что-то в пути, где-то там вынужденно присядем, и вместе вот летим. Участники пролетят над 23 регионами страны. В каждом покажут Георгиевскую ленту в честь 75-летия Великой Победы и Большой Российский Триколор. А для пилотов приготовлена еще своя программа. Они могут принять участие и в воздушной эстафете. Потом у нас тоже в рамках перелета делается еще парамотоэстафета. Пилоты в регионах поддерживают, участвуют. Какие-то участки пролетают с нами, там неважно, это там 10 километров, 100 километров. Но тем не менее они поддерживают своим полетом в небе над своим регионом. Но и про жителей не забыли. Для них в рамках этого проекта приготовили конкурс «Ленты Победы вашими глазами». Каждый желающий может сфотографировать увиденную в небе Георгиевскую ленту. Команда выберет 50 лучших снимков, а троих победителей определят с помощью зрительского голосования. Михаил Долидзе, Милада Иволина, ОТВ, информационная служба медиагруппы «Знак».